Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 899. Ответим на вопрос, что значит округлить число с точностью до второй значащей цифры? В учебнике в пункте 4.10 дан вот такой ответ. Округлить число с точностью, например, до третьей значащей цифры, это значит округлить его до того разряда, где находится третья значащая цифра, заменив следующие цифры нулями. Значит, чтобы ответить на наш вопрос, нужно ответить следующим образом. Округлить число с точностью до второй значащей цифры, это значит округлить его до того разряда, где находится вторая значащая цифра, заменив следующие цифры нулями. Таким образом, использовав пункт учебника, мы ответили на вопрос номер 899. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.